правильным решением будет не связывать классы Square и Rectangle наследование. То есть унаследовать эти классы от базового класса Shape независимо. В этом случае у нас не будет проблем с кодом, который работает с прямоугольником, думая, что это квадрат, или наоборот, работая с квадратом, думая, что это прямоугольник. Конечно, данный вопрос был с подвохом. Дело в том, что когда я спрашивал вас, куда в иерархии включить класс Square, я не уточнил, какие методы и функции будут для работы с этими классами. Поэтому в некоторых частных случаях может оказаться, например, что квадрат вполне можно унаследовать от прямоугольника. Ну, например, если объекты этих классов будут неизменяемы. Однако в общем случае такое наследование будет некорректным.